У Рэя Брэдбери был такой рассказ, называется он «Зеленое утро». Это богатей. А, ну хорошо. Это фон, не обращайся внимания. Хорошо, фабула это рассказывает, что человек сажает деревья на Марсе, зеленые деревья сажает, при этом ему очень страшно, потому что очень тяжелые условия, и он только сажает их, высаживает в грядочки и никогда не оглядывается. Каждый день идет, сажает вот эти деревья и не оглядывается. И, собственно, рассказ про то, что в одно прекрасное утро он просыпается и случайно оказывается, что во сне он развернулся и посмотрел назад. А сзади кущи, просто зеленые деревья огромного размера, которые непонятно как выросли, но которые, конечно же, посадил он. Так вот, эта песня совсем не про него, а про тех, кто придут после. Неизбежно, если мы прилетим на Марс, что то будет после. Песня про это называется «Марсианская карта». Спасибо.